программа Apollo Engineering для высшего руководства. Передаю сведения по поводу нового острова Gateway, принадлежащий к фазе 6.5. Как и говорил ранее, на острове пока что нестабильные погодные явления. Но дроны последней вашей разработки успешно завершают там строительство объектов для дальнейшего перебазирования программы Sisla Spira. Мой код 347. Недавно на острове утих ураган, и в течение 2 дней наши беспилотники-квадрокоптеры, а также некоторые камеры слежения, отсняли для вас фото и видеоматериалы, которые мы прямо сейчас отсылаем вам. Скажу так, что некоторые виды динозавров, ранее обнаруженные на Isla Spira, также есть на Gateway, но нам попались другие виды, которые несут больший интерес для будущих исследований. Прошлое сообщение одного из ученых считать правдивым. Также спешу сообщить, что виды динозавров проявляют особый интерес к нашей технике и строениям. По поводу острова хочется рассказать, что он, как мы и предполагали, является очень большим, где найдена новая флора. Реки достаточно обширны и в некоторых местах имеют сильные течения. Строятся мосты, а также дамбы от его неожиданного затопления и уничтожения элементов. Также хочется доложить, что на остров послана команда X, и мы пробуем вживлять через наших стрелков датчики движения и мини-камеры на тела динозавров, чтобы в кратчайшие сроки чуть больше изучить Gateway, а также предоставить вам материалы, касающиеся жизни острова. Материал считать строго конфиденциальным. Статус X, код 345.